Ребята, и немного о карме. Ну, это, знаете, это уже из области и смех, и грех, и не знаю, как это назвать. Но я просто попытаюсь как-то дать без комментариев, потому что вот сами дайте комментарии этому всему. Под Волноваха, это Донецкая область, оккупанты разгромили, разбили снарядами дом старца Зосимы. Это духовный наставник Януковича, который вообще не признавал независимой Украины. Не признавал, не признавал, пришла Россия, его дома больше нет. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, вот когда самая первая ракета, российская крылатая, попала в жилой дом в Киеве, высотка вот на Соломенке, да, когда вот они, я не знаю, почему они стреляли реально, но попали они четко в эту высотку на Соломенке. Так знаете, чью квартиру разбила? Правильно, сына Шуфрича. А потом, практически сразу, собственно говоря, я не помню, в тот же день или день раньше, день позже, ракеты пролетели на Рыбальский остров. Они, конечно, целились в украинский ГУР. Я понимаю, куда они целились. Попали они немножко в другое место. Там строится сейчас жилой комплекс Рыбальский. Знаете, кто его строит? Да, тот же самый Шуфрич. Вот, вот скажите мне после этого, можно говорить о карме или нет?